Добрый день, меня зовут Ясаков Никита Сергеевич, я врач-стоматолог сети клиник Aesthetics. В этом видео я расскажу вам о профилактике зубного камня. Основная причина появления твердых отложений на зубах – это неправильная гигиена полости рта. Чтобы предотвратить образование зубного камня, необходимо регулярно чистить зубы 2 раза в день, после завтрака и перед сном. Используйте зубную щетку с мягкой или средней щетиной и зубную пасту с фтором. Используйте зубную нить или ирригатор после каждого приема пищи, чтобы удалить налет между зубами, куда зубная щетка не может попасть. Избегайте частого употребления сладкой еды и напитков. Регулярная профессиональная чистка зубов у стоматолога как минимум раз в полгода. Применение ополаскивателей поры полости рта, которые удаляют остатки налета и обладают антимикробным эффектом. Используйте междузубные щетки для очистки промежутков между зубами. Записывайтесь на прием для проведения профессиональной чистки зубов и получения индивидуальных рекомендаций по гигиене полости рта.